У Гомелі минулой ночью легковый автомобиль урезался у грузовик ремонтников, потерпели 3 человеки. На Рычицком проспекте проводились ремонтные работы контактной сетки троллейбусной линии. Грузовик рабочих стоял по центру дороги. Каля 3 ночи у него улетел Фиат Темпра под керавництвом 19-годового водителя. Молодого человека, а так само его 36-годового пассажира затиснуло у салоне. Их деблокировали вратовальники. 59-годовый водитель грузовика отримал пошкоджені грудной клетки. Усе трое шпиталізаваныя.